синяя дверь. Мы у цели. Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Это снова гном. Синдри? Эй, Синдри! Сюда. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Я могу сделать что угодно. Счастливого пути. Сын, здесь еще один. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? Мы внутри. Конечно. А на чем они растут? Почти.
Это был долгий бой. Небось, красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Ого! Вот это впечатляет!
Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Приготовься! Давай, соберись.
Пути восстанавливаются. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов, держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Беврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышу? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю.
Оно липкое. Хинануна! Еще один! Назад! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Прыгай! Ага! Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Стреляй в них! Я расчищу нам путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Красота! Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я хочу... Жди здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей,
С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты. Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень... очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. Моей команде выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Стрела не пробьет то, чем покрыт камень. Впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира.
Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Go!
Куда ты его несешь? Пойди сюда. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело.
давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы думали? Точильным камнем? Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. С чего бы начать? Я хотел еще кое-что тебе сказать. Ондаро! Отлично! Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Нам точно нужно туда спускаться? А ты знаешь другой путь? Нет. И?
Но отсюда нет пути наверх. Я знаю. Чтобы я видел, куда стреляю. Стреляй на слух. Учись. Как мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл. Держись!
будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. И куда же мы теперь пойдем? Стреляй, мальчик. Я знаю, что делаю. Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться!